Доброе утро! Сегодня дождливый денечек. У нас упала температура до 13 градусов. Кокон это не упало. Вчера Ваня специально его положил, потому что у нас были сильные порывы ветра. Вот, нужно сегодня еще будет транспорт весь Ванюшкин собрать, припарковать, чтобы он у нас никуда не уехал. О, вот Ваня с самого утра занимается делами по дому. Привет. Сейчас будем кушать. Куда улетел мячик, вот этот у нас такой поролоновый. Да. Короче, я когда ехал, немножко отвозил, он был в самом низу. Да ладно. Ну как, знаешь, там где вода уходит, сток. То есть ты с горки едешь, и вот там он был. Такой, блин. Этим ветром выдуло вчера. Наверное. Я приготовила омлет с фасолью и сосисками, чай, хлеб. Икра, паштет, масло. Вот то, что мы сейчас будем кушать. Еще время обеда. Вот, и мы сейчас будем есть и смотреть дачный ответ. Приятного всем аппетита. Что-то мне так захотелось какао. Именно Nestwick. Вот у нас есть какао для Ванюши. Когда он просит, я там раз в неделю стараюсь, не чаще, даю ему вот такое вот без сахара, натуральное. А когда мне хочется какао, я, конечно, беру вот такой вот. Nestwick очень-очень-очень его люблю, если честно. Но он, конечно, сладкий. Мы пока Ванюше такой не даем. Подрастет, конечно, будет пить. А пока вот, вот такой вот его делаем. И, в принципе, ему нравится. Поэтому пока стоит. Ой. Классная вот эта вот капучинатор, не капучинатор, да, а молочница, я не знаю, как ее назвать. Вот смэк очень крутая, классно работает, и в ней я делаю какао. Вон там у нее все размешивается, взбивается и разогревается. Боже, как быстро летит время. Уже очень скоро нужно будет ехать за Ванюшей, и мы поедем на закупку. Я вообще что делаю сегодня? Я начала онлайн-курс проходить по управлению стрессом. Как вы знаете, у меня эмоциональные, не то чтобы проблемы, но я бы сказала проблемы, потому что мне просто нужно научиться справляться со всем этим. Вот, поэтому у меня два курса, один я уже начала, и потом буду продолжать, а второй курс тоже проходить. А потом разгребала полностью весь свою почту, что я давно этим не занималась. Вот у меня 3 дня была мигрень, как я поняла. Вот сегодня как рукой сняло, просто вообще ничего не болит, не тошнит вообще, ровным словом, что там вообще ничего, чувствую себя прекрасно. Вот, и что я доделываю? Начатые свои дела, видео по поводу первого триместра. Он уже давным-давно закончился, я все до сих пор не могу доделать это видео. Сейчас занимаюсь этим видео. Потом кухней нужно заняться, там совсем чуть-чуть тоже осталось, кухней уже давным-давно пользуемся. В общем, столько дел всего накопилось, и я, короче, весь день практически за компьютером. Включила мастер-шеф фоном, знаете, чтобы не было тишины. Ваня занимается Ванюшкиной комнатой тоже, там все подготавливается, делать. Завтра приедет мой папа, они вместе вдвоем будут укладывать ламинат. Вот, в общем, все заняты всякими разными делами. Я уже выпила какао, было очень-очень-очень вкусно. Вот, и сейчас буду заканчивать. Мне на самом деле тут осталось просто, ну, пшик. Нужно музычку добавить, проработать звук, чтобы везде был одинаковый. Вот, так что... Да, вот этот последний кусочек я сегодня отсняла, потому что я поняла, что вот последний кусок у меня был, когда я ездила к врачу. И все, и больше не снимала. Поэтому сделала небольшое резюме, но все равно в итоге получилось очень длинное видео.
в магазин на закупку. У нас все позаканчивалось. Ну, не все, но практически все позаканчивалось. Ванюшка у нас активно помогает нам покупать продукты. Ему все нужно. Все надо взять. Не бери всякие типа без сахара, мало калорий, потому что они невкусные. Этот? Ну давай возьмем. Какой его взяли? Ну что, те сверху, видишь, типа 0% сахара. Вот есть обычные. Давай вот такие. Вот это. Апельсин. Давай. Лимон. Ты лимонный любишь? Я? Не, больше по клубничному. Ну, бери клубничный. Давай вот этот. Потом они будут у нас и стоять. И вот это, да. Пойдем. Так, нам нужно масло. У меня немного насморк появился, и из-за этого болит голова и сопли. Поэтому состояние у меня немножко такое неприятное, скажу вам. Ой. И говорю, не знаю, слышно, нет, но я говорю, ощущение, что я говорю в нос. Нут? Это что, нут? Или что это? Грибочки? А ты что, их будешь есть? Папа. Не, я не буду. Спасибо. Ты такой заботливый. Да, ты у нас заботливый ребеночек. Приехали домой. Там мокро, Ванюш. Все мокро. Все мокрое, Ванюш. Ни на чем сейчас не покатаешься. Все мокрое. Машина тоже. Тоже мокро, Ванюш. Так не садись, мокро все. Выключи ее, Ванюш, выключи, пожалуйста. А то батарейки сядут. Пошли в Лего играть. Сыночек. Да! Мокрое. А колеса? Все мокрое, сынок. Дождик колеса, был сильный. Да? Колеса тоже мокрые. Колеса? Угу. Колеса, да? Колеса тоже мокрые, Ванюш. Это был сильный ветер, и папа положил кокон, чтобы он никуда не упал. Угу. Это вот это мокро. Да, это тебе подарили велосипед. Вот твой это первый. Вот это мокро. Кстати, нет, не мокро. Сидушка. Да, мокрая. Мокрая сидушка, Ваниш. Сидушка мокрая. Я буду. Но это с папочкой нужно учиться кататься. Юда. Хочешь на велосипед? Да. Ну, давай попробуем. Подожди. Ой. Ага. Так, ты не достаешь до педалек. А это нужно крутить сюда. Крути вперед. Вперед. Ногами вот так. Давай. Давай. Крути. Вперед, вот так. Не, сынок, это сейчас не для маминого пуза. Все, убрали. А папа там все равно недоволен тем, как мы все убрали. Ну, ладно, идем домой. На улице прохладно.
Разулся? Молодец, все, заходи домой. И домой? Да. А у тебя Лего? Лего? Лего на втором этаже у тебя в комнате, сыночек. Мама! Да, пойдем, я с тобой пойду. Насколько это возможно с Ванюшей, сейчас покажу нашу закупку. Сейчас дам я тебе желе. Такие купили помидоры, они дозревают дома, очень вкусные. Виноград, тыква, грибы, зеленый перчик, суповой набор, авокадо, петрушка, брокколи, брокколи, цветная капуста, морковка, болгарские перцы, йогурты, масло сливочное, желе, яйца. Ваня взял себе конфеты с ликером. Много бананов канарских, лимоны, такие сухарики с изюмом. Подожди, Иван, пожалуйста. Сейчас, подожди, сейчас дам. Хлеб Ванюшке для садика. У них сэндвичи я делаю в садик 2 раза в неделю, по-моему. Лапшу, бекон. Опять хочу приготовить карбонару, только без сливок, только на желтках сделать. Ваня взял гаспачо, сыр, камамберт, ветчина, апельсиновый сок свежевыжатый, редбул, рыба, сушеный манго, Филадельфия. Иван. Не трогай, пожалуйста. Сейчас я закончу и дам тебе желе. Филадельфия, сыр, лапша. Сейчас буду суп варить. Баночка чечевицы. Вот йогурт Ванюшки взяли. Буду готовить лапшу. Мне нужна именно лапша. Это хорошая лапша. А сам соус и все остальное я готовлю сама. Говядину вот это к лапше. Свинину взяла, что свинины захотелось. Буду готовить с картошкой, тыквой в горшочках в духовке. И окорочка для супа. Долго, да? Ну все, я закончила. То, что сейчас все буду раскладывать, поставлю вариться бульон и дам этому ребенку желе. Дай желе. Дай это. Да. Дай это. Сейчас ложку дам. Где твоя ложечка? Вот. Да? Открывай. Получается открывать? Ой, кошмар. Все в крапинах. Получилось? Давай, у тебя получится. Давай вместе. Надо взять вот так пальчиком. Да, вот так. И тянуть. Вот так. Бери ложку. Ешь. Только чуть-чуть, Вань. По чуть-чуть. Давай. Вкусно? Вкусно? Да и это. Нет, сначала теперь съешь желе. Желе. Да. И еще забыла показать рулонные полотенца, салфетки для Ванюшкиной салфетницы, влажная туалетная бумага и просто набор маленьких салфеток. Сейчас сезон соплей, самое то. Все разобрали, бульон варится, поставили. Сейчас убавлю огонь. Убавила? Да, убавила. Все, пошли наверх. Поставим твои салфетки в твою салфетницу. Что ты опять хочешь, сынок? Что? Сыр хочешь? С палочками хочешь сыр? Да! Сейчас будем пить чай. Это просто лошадиную дозу. Посмотрите, сколько Катя чай сделал. Я говорю, ты что хочешь, чтобы посидеть ночью? Устались. Ну, лимон. Взяла бы еще эту фляжку 8-литровую, Даша, свою. Да я не помню, куда я поставила маленькие чайнички. Правда, не помню. Поэтому нужно было полный, да, делать. Ну, блин, я просто там.
там сока лимонного налила. Много. Надоед. Ребята, Инстаграм не работает. Я сидела, не знаю, 30 обновила ленту. Ты не знала? Нет, я не знаю. Я обновила, я телефон перезагрузила. Это была проблема у тебя, да? Я уже и от Wi-Fi отключилась, и подключилась к Wi-Fi. Короче, потом Ваня мне уже сказал, что накрылось все медным тазом. Ладно, ребят, пойдем пить чаек. Что будем смотреть? Сериал там мы уже смотрели. Да, кстати, мне очень понравился сериал. Мне тоже сериал понравился. Мы смотрели сериал, называется «Игра в кальмар». Что? Сейчас многие его уже смотрят и посмотрят. Да, да. Ну, потому что сейчас очень много кто пользуется Netflix'ом, и он на первом месте. Угу. Ну, классный. Поэтому... Мне так понравился. Сдоба. Сдоба. Вообще. Мне так нравятся эти булочки с корицей из IKEA. Коровка, печенька и бисквит шоколадно-ванильный. Так. Давай, освобождай мне мое ложе. Я тут со своей колбаской. Приклаживай свою тут. Вот так пар. Вот так. Ага, похолодало резко и сильно. Сразу нашлась и пижама, и носки, и тапочки. Тапочки. И Пуся сразу вся такая: ой, я с вами, можно на кровати? Ой, я как-то зевнул.